Здравствуйте, друзья! Сегодня весь мир обсуждает переговоры Путина и Трампа. Телефонные переговоры 45-минутные занимают сейчас все средства массовой информации. Однако на сайте российской газеты всякий может найти упоминание об астероиде WF-9, который летит в сторону Земли и в середине февраля примерно должен упасть не на Землю, к счастью, а в районе Мирового океана. Говорят, его смогут лицезреть жители Британских островов, у которых и так, говорят, британская королева померла. А тут еще и такое замечательное зрелище. Поэтому давайте задумаемся, что обсуждали 45 минут президенты двух сверхдержав. Украину с Сирией или вот этот астероид размером от 500 метров до 1 километра. Вы только представьте, какие разрушения он вызовет, если упадет куда-нибудь в районе евразийского или американского континента. Поэтому будем надеяться, что он все-таки упадет в океан. В океане он такой волны, все-таки приливной цунами не вызовет, как нам показывают в фильмах. Об этом, я еще раз говорю, утверждают эксперты. Эксперты НАСА, на которых ссылается наша российская газета, которой я лично очень склонен доверять. Итак, если я ошибаюсь, значит ошибается, скорее всего, российская газета. Путин с Трампом обсуждали именно это. Именно вот этот астероид 2016 WF-9. 2016 WF-9. Середина февраля упадет в океан. Путин, Трамп, астероид.